В южной части России наступило лето, а вместе с самым теплым временем года настала пора решающих матчей в чемпионате России по волейболу. Волейбольный клуб «Зенит Казань» уже третий раз в этом сезоне пожаловал в Белгород на третий и четвертый матч полуфинальной серии. Пока счет 1-1, и хочется верить, что именно здесь ребята смогут оформить путевку в финал. По плану у нас идет, все как всегда, без приключений, в общем-то долетели, без задержек, без ничего. Разместились, отдохнулись, провели собрание, приехали на тренировку. Зенитовцы прибыли в зал в тот момент, когда на площадке находились игроки Белогорье. Нельзя не отметить тот факт, что лидер Львов Сергей Тетюхин, получивший травму во втором матче в Казани, в этот вечер тренировался по индивидуальной программе, не участвуя в общекомандной работе на площадке. Но зная бойцовские качества Сергея Юрьевича, никак нельзя исключать возможности его участия в матче. Что касается «Зенита», то команда прилетела в Белгород в оптимальном составе. Все ребята здоровы и готовы к противостоянию со столь принципиальным соперником. Само занятие началось с работы в тренажерном зале, после чего игроки отправились на волейбольную площадку. Зал Дворца спорта «Космос» хорошо знают все игроки «Зенита», а посему волейболистам было необходимо лишь вспомнить и прочувствовать все нюансы арены. 29 апреля в 19:00 по московскому времени состоится третий поединок полуфинальной серии. Последняя победа зенитовцев в Белгороде датирована аж 3 ноября 2010 года. Надеемся, что волейболисты «Зенит Казань» одержат победу на белгородской земле, выиграв столь важный третий матч серии.